квартире, где проживает женщина-инвалид и сын, который не может отойти от больной матери ни на шаг, произошел пожар. Сделать своими силами ремонт семья не смогла, а проблеме написали неравнодушные люди в соцсетях. Сейчас Мария Кожухова в госпитале для ветеранов. Ее уговорили туда переехать на время ремонта. Женщина не может передвигаться самостоятельно, а там о ней позаботятся и подлечат. Из комнаты вынесли старую мебель, убрали мусор. Сейчас и не скажешь, что в квартире произошел пожар. Силами администрации города была отремонтирована комната. Проведен был косметический ремонт, поклейка, поклевка стен, натяжной потолок, линолеум, установка пластиковых окон. Ремонт идет с 10 декабря. За это время здесь собрались неравнодушные рязанцы. Девушки помогают разбирать вещи, наводить в порядок. Мужчины выполняют основные работы. У нас есть Никита, отвечает за строительство, то есть он все делает сам. Вот Дмитрий, сейчас, который делает ванну, он сантехнику, то есть все он делает, все на нем. То есть это все неравнодушные люди тоже. Они ни за деньги, ни за что. Впереди еще большая часть работ. Предстоит полностью заменить коммуникации, установить новую сантехнику. Дефицита средств нет, денег удалось собрать достаточно. Не хватает рабочих рук. Добровольцы находятся в квартире практически с раннего утра до позднего вечера и будут рады любой помощи. Дина Слева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».